Путин назвал режиссера Сенцова журналистом. Режиссер Олег Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за журналистскую деятельность, отметил президент России. Российский президент Владимир Путин перепутал осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова и арестованного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко, а также заявил об ограничении деятельности журналистов в Украине, сообщает Униан. Вы сейчас про Сенцова спросили. Вы знаете, что господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность, сказал Путин на пресс-конференции с президентом Франции Эммануилем Макроном в четверг, 24 мая. При этом президент РФ удивился, почему французская пресса не задается вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине. Только что несколько дней назад был задержан ваш коллега, российский журналист, ему предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и его работу в качестве журналиста. Почему-то его судьба вас не интересует. Согласитесь, это странно. Давайте внимательно относиться ко всем происходящим процессам в Европе, Восточной, Западной, на любых континентах, сказал Путин. В свою очередь, Макрон заметил, что в ходе переговоров обсуждалась судьба Сенцова и российского режиссера Кирилла Серебренникова. Украина ВОН требует от РФ немедленно освободить Сущенко. Напомним, Министерство иностранных дел Украины рассматривает все возможные варианты для освобождения незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, возможен его обмен на арестованного главреда РИА Новости Украины Кирилла Вышинского. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.